Привет, привет, привет! И сегодня в рамках подкаста «Выйти из сумрака» такой несколько познавательно-юморной ролик, который я решил назвать «Аллах Акбар и пасхальные яйца». Краткая суть. Значит, не буду показывать вам этого персонажа, который больше походит на некое сообщество. Вот оно. Тем более, оно меня внесло в черный список. Вот. И поэтому просто расскажу историю. Как 8 апреля 2018 года мне в личку некий представитель цифровой фауны прислал вот эти вот пасхальные яйца. Ну, блин, мне бывает, конечно, присылают такую ересь. Я пытаюсь отшутиться как-то, отнекаться. Ну, прошу заранее, не поздравляйте вы меня с христианскими праздниками. Ну, не приемлю я этого. Хотя я отношусь крайне, в общем-то, крайне, ну, скажем так, благодушно, что ли, стараюсь обходиться с представителями христианской конфессии. Вот. Я ответил, часто отвечаю так: Аллах Акбар. Аллах Акбар обозначает буквально следующее. Вот. От арабского Аллаху Акбар — Аллах велик. А слово Аллах с арабского означает Бог. Все, буквально Аллах Акбар, значит, Бог велик. Аллах величайший. Бог величайший. Ну, еще частенько доводится слышать, что один из переводов все-таки Бог велик, Бог един. И именно это я и написал в своем ответе, вот буквально, что Аллах Акбар, вот, Бог един. Объяснил, кстати, также про Никейский собор, если непонятно кому-то, да, Никейский собор — это просто заговор. Почему, значит, я об этом сказал? Потому что вот Иисус Христос, согласно цитатам самих апостолов, которые написали это в своих Евангелиях, Иисус Христос, когда Иисуса Христа спросили, кто он такой, он Бог или человек, он сказал: «Я Сын Человеческий». Это его слова. И также он говорил, что он пришел только к заблудшим овцам дома Израилева. К славянам ему отец его сказал не ходить. И он передал, что в земли северные не ходите. Там живут язычники, и греха на них нет. Вот. Но, тем не менее, значит, вопреки словам Иисуса, Никейский собор, состоявшийся в 325 году, признал его Богом, то есть канонизировал. Вот так вот. Что хотим, то и напишем. Что хотим, то и сделаем. Ну, сказано, сделано. И вот теперь, значит, многие считают, что их удел — это вот присылать 8 апреля яйца всем и потом обижаться. Значит, обижаются они странно, да, они берут вот и пишут вот такое вот. Что такое чурка? Ну, во-первых, чурка — это часть бревна, которые в дальнейшем колят на поленья, которые сжигаются в печи. Ну, странно, в общем-то, он меня так назвал. А еще я хочу сказать, что вот этим своим предложением он оскорбил всех мусульман планеты. Более миллиарда человек вот этот вот обитатель цифровой фауны оскорбил и даже глазом не моргнул. Но мы же, допустим, не говорим ему, что если... Смотрите, вот цитирую, да? «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Ну, некоторые мои знакомые говорят, что это признак людоедства. Вот навязан большинству за вот этой вот трапезой. Но здесь же никто ему не пишет об этом, правильно? Тем не менее, вот это вот обитатель цифровой фауны умудрился оскорбить более миллиарда мусульман. И вот я пытался ему напомнить, вот, что, допустим, ему я когда написал «Аллах Акбар», цели оскорбить не ставилось. В чем оскорбление, да, что
Бог един или Бог велик. А вот для меня, православного человека, славящего правь, так называемые поздравления от представителей, прикрывающихся мертвым телом на кресте, орудие безвинного убийства утренней звезды, которые, кстати, они еще вешают себе на шее, это пощечина. Дальнейшие попытки диалога будут расценены мной как вызов на дуэль, но для этого надо подтвердить свой статус. Со смердами к барьеру не пойду, зачерку отдельное спасибо. И вот еще не надо бы обижаться вам на то, что вы, чего вы в принципе не понимаете. Вот, ну и тут дальнейшие там какие-то верещания, причем статус человека так и не подтвержден, поэтому, ну, значит, как бы вызова на дуэль не получилось, потому что статус остался неподтвержденным. И опять вот тоже, когда чурки из ИГИЛа убивали людей, ну, никто же вам не пишет, что вы пьете кровь, да, и причащаетесь плотью, кто вы, в общем-то, на самом деле, так, по некоторым определениям некоторых людей. Вот, и вот, значит, закончился диалог, назовем его так, вот таким вот предложением. Про дуло и пять неизвестных символов, которые долго расшифровывали американские ученые, когда читали на заборе, там три буквы даже не могли расшифровать. Что, говорят, дети очень умные, славянские, пишут на заборе X, Y и еще какой-то непонятный символ. Все как один математики. А этот нам написал сразу 5 символов. Ну, вообще прям грамотей. И, собственно, когда вы, если от кого-то получите вот такие вот пасхальные яйца, будьте готовы к тому, что если вы это не воспринимаете вдруг, что вас в дальнейшем попытаются обозвать, потребуют каких-то извинений. Скажет, что это вы оскорбили. Вот. И в конечном итоге закончат они вот так. Понятно, да? Вот она связь между пасхальными яйцами, с высказыванием «Бог един» и разного рода конфессиями. Единственное, меня радует, что назвал он меня здесь правильно. Я так и пишу с маленькой буквы себя. Рама, то есть солнце зовущий. Все, всем, значит, добра, здоровья, радости. Доброго времени суток. И доброго времяпровождения. Вот такой короткий ролик о связи пасхальных яиц и непонятными 5 символами. Пока-пока.